22 июня. День памяти и скорби в России. В этот день, ровно 81 год назад, немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война. В этот день в нашей стране вспоминают погибших. 1418 дней войны унесли жизнь около 27 миллионов советских граждан. В их память сегодня зажигают свечи, возлагают цветы и объявляют минуты молчания. 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Все поникло перед зловещим словом «война». Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии в Советский Союз началось на рассвете 22 июня. Для войск приграничных округов, для всего советского народа оно оказалось внезапным. Вся наша огромная страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Впереди 1418 дней и ночей страданий, мук, смертей и боли. Первыми встретили удар врага пограничники и жители приграничных сел и городов. Нападение было неожиданным и вероломным. Многие бойцы, командиры, женщины и дети погибли в первые же секунды войны. Сколько их, советских солдат, полегло тогда, в тот первый роковой 41-й год? 81 год назад, в это утро 22 июня, началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Все дальше и дальше от нас события того трагического 1941 года. Но наша память и по сей день не дает забыть то, что пришлось пережить советскому народу в том кровавом 41-м году. Вечером 21 июня в городе Калаче-на-Дону прошла акция «Свеча памяти и огненная картина войны», в которой приняли участие неравнодушные жители города, военнослужащие воинской части 77-978 и 45-439 авиационного полка поселка Октябрьский, волонтеры молодежного центра «Лидер», волонтеры «Победы», юноармейцы, сотрудники администрации, полиции и общественных организаций, студенты Калачевского техникума-интерната, учащиеся юридического класса школы номер 1, участники российского движения школьников и многие другие. В память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла минута молчания. Зажги свечу, ты в память о погибших. Огонь святой былое оживит. И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших. Их только память наша воскресит. Зажги свечу, ты в память о погибших. За тех, кто жизнь свою не пощадил. За тех, кто пал, за них недолюбивших, кто от беды и слез людей собой прикрыл. И всех героев, жизни не щадивших, ты в сердце береги, не забывай. Зажгите свечи в память о погибших, гори свеча, гори, не затухай. Все присутствующие зажгли огонь лампадок, и у подножья танка-памятника, рядом с огнями свеч огненной картины войны, выложили слово «Помни». Thank you.
Также в этот вечер на стадионе «Водник» районным домом культуры был организован показ художественного фильма «Брестская крепость».